have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и как вы знаете, по политике нашего канала мы не будем начинать новые проекты среди недели, поэтому сегодня у нас будет такая посмотряшка. Будем смотреть мы на баротравму. Пока я смотрел картинки и как это все выглядит, мне оно показалось таким темным, жутким, что-то наподобие Фейерхангер. Но сейчас я зашел в тренировочную компанию, буквально пару минут побегал, чтобы понять хотя бы, как здесь что происходит, потому что игра очень комплексная, очень сложная. Частично и да, и нет. Пойдем просто в новую игру сейчас. Ребят, кто знает эту игру, кто в нее много играет, кто в это все хорошо понимает, пожалуйста, не бомбите. Я вообще вот... Шифр карты... Я пока что не знаю, так, сохранение, не знаю, сохранение. Выбраны подлодки все... Может, базовая... Я вообще не знаю, что такое, что такое базовая игра. Барсук, Дюгонь, Горбун. А, это я выбираю сейчас судно, которое... Ого. Я, наверное, возьму маленькое, потому что, ну, я хочу просто посмотреть, как это что. Рекомендованный опыт команды новички, бывалые. Ну, да, да. Размер команды 1-3. Грузоподъемность 4 ящика. Не знаю, габариты 29 на 9. Цена. Я вообще не знаю, как это все по цене будет. Где вообще мои кредиты? Где я могу это посмотреть? То есть базовая игра. Вообще пока что, как, где настройки, максимальные миссии за раунд. Не знаю. А, вот начальный баланс 4501 почему-то. Ладно. Тут, я так понимаю, можно... Угу. Орудийный отсек, стыковочный порт, воздушный шлюз, багажный отсек, реакторный, генератор кислорода сзади у нас, балласт, понятно. Нижняя передняя, пункт управления, нижняя передняя. Хорошо. Я так понимаю, реактор, бар... Но вы сами поняли, чей бар. Ладно, поехали. Будем просто на месте щупать и разбираться. Я пока что без понятия, как все будет происходить. Так, у меня женщина, мужчина, мужчина. Я, в принципе, не против. Волосы, борода, цвет волос. Это все несущественно. Я так понимаю, что все это, опять же, можно настроить. Все это можно сделать. Поехали просто в том виде, как есть. Просто разобрать. Открытая ачивка, холодные пещеры. Посмотрим, что это все будет. Насчет оружейного отсека я пока так и не понял. Я видел где-то на каких-то видюшках, на каких-то картинках, там какие-то монстры. Опять же, в самом названии баротравма, вот эта буква Т, она похожа на такого монстра. Но на кого мы здесь будем охотиться? Как это все будет происходить? Будут ли они нападать на нашу лодку? Вот в каком варианте, в каком формате все это будет происходить, я пока что не знаю. Будем посмотреть. А, блин, да что я жду? На самом деле... Ладно. Так, в конце 20 века ученые... Так. Ладно, ребят. Там на паузе кто прочитал, прочитал. Я, в принципе, просто сначала нажал паузу. А почему... Недоступен это интерфейс здоровья, части тела. А почему? Я думал, что у меня будет какая-то команда из 3 человек, какая-то лодка, а тут все какое-то большое, что ли. Так, ладно. Задание и покинуть точку. Оп. Прыжки есть, конечно, сделано интересно. Выберите следующий пункт назначения на карте. Компания, определившись пункт назначения, вы можете выбрать миссию. Больше... Нет, больше показывайте, потому что я... Вот. Супер, значит, мы находимся у себя на базе город Данвайс.
Репутация нейтральная, безразличие минус 4. Хорошо, я понял. Станция Санту Колония, шахта, шахта. Поехали на станцию. Нет миссии. Природная зона, сложность начать. У меня, кстати, классы моих людей отображены вон картинками, но я... Так, статусы их отображены, классы отображены. Нет миссии, понятно. Вы играете за капитана, отправляетесь на мостик, командика направляя лодку на пункт назначения. Понял. А я могу как-то... Парас, это... Если вы можете принадлежать курс подлодки, настройте автопилот. Это мы сейчас двигаемся в эту сторону, да, я так понимаю? А, мне чем-то... это... Так, погоди, остыковка. Вы что хотите войти? Да. Это я, получается, сейчас в этот, в порт вхожу. Чем-то мне напоминает Silent Hunter, если вы помните, была такая серия игр, 4-5 Silent Hunter, где нужно было управлять подводной лодкой. Вот, я понял теперь, в чем прикол. Все вот эти значки, почему-то какое огромное количество людей, потому что мы находимся на станции, а не в нашей лодке. Следующий пункт назначения, это я уже тоже понял. Шахта, шахтерский аванпост. А, стоп, мы здесь... Я чуть не понял, как мы там оказались. Мы же вроде как совершили... Или мы не совершили путешествие, мы просто отстыковались и собирались туда идти, так что ли? Честно, все довольно сложно. Так, окей. Пойдем сюда. Сохранить положение. Город Данвайс, станция... Вот, ручное управление, автопилот. Давайте автопилот на город Данвайс. И он нас... Внимание, недостаточной энергии. Сброс глубинной бомбы. Like, really? Пункт управления. Данное качество воздуха нет. Уровень воды 0%. Это мы балласт набираем для того, чтобы погрузиться. Мы смотрели, что это отделение балласта. Скорость, глубина. Вот, понял, понял, понял. Погодите, это мы сейчас отходим от города. Давайте на станцию вот сюда вот. Станция Санту. Санту, непонятно. Автопилот включен, движение в пункт назначено, станция Санту. Хорошо. Круто. Аптечка мне не нужна. Как бы мне увидеть картину целиком, это реально или нет? Так, питание есть, энергия есть. Перенапряжение у меня мелькает. Почему? Это у нас не... нижнее носовое отделение, да? Малый насос. Автоматическое управление. Сброс, набор. Понятно. Откройся. Я примерно понимаю, где мы сейчас находимся. Так, тут у нас уже получается нос корабля. Тут рубка. Значит, здесь... основная зарядка. Зарядник импульсного лазера. Вот так я могу... Да, так я могу переключаться между моими ребятами. Все, я понял. Почему мне... Тихо. Запросить первую помощь, сообщите... Получается... Так, лучевой сигнал, пассивный сонар, активный сонар. Я понял. Обнаружен ледяной шпиль, рекомендуется уничтожить шпиль или переключиться на ручное управление. Стоп, автопилот. А где переключиться на ручное? А, вот ручное управление, вижу. Оп. Активный сонар, возможно, мне нужен. Сонар обнажил движущуюся цель.
Убедитесь, что орудия подлодки готовы к бою. Давайте обой... А, я понял, вот она, это движется. Это по мне стреляют? И проведите маневр, чтобы занять лучшую позицию для удачного выстрела. От кого удачный выстрел и где мне этим убить? Это повреждение у меня сейчас обозначили желтым? Мы сейчас врежемся или что? Погодите. Да, мы врезались. А как мне было... Ого, 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 смотрите, поллодки уже затопило к черту. А у меня как-то... Так, минуточку, сброс глубины бомбы. Нет, мне это не надо. Так, у меня чувак сам бегает, все это заваривает потихонечку. Мне нужно приноровиться, кто из моей команды что умеет, как это все происходит. Область этой двери заполнена водой под высоким давлением. Находиться там без водного скафандра может быть опасно. Я понял. Ай, а че я упал? Я не понимаю, сейчас стоплю. Ну, это я понял, да. У вас развилось недомогание. Для лечения откройте... Какое нафиг недомогание? Ай! Как мне посмотреть общую картину моей лодки? Так. Нет, не так. А что такое? Что меня бьет-то, я не пойму. А, все что ли? Нас... Так, давай, одевай маску. Это я заберу, это я заберу. Это я заберу. Из раствор нет, он мне сейчас не нужен. Пойдем заваривать. Можете отдавать с помощью СК, это я понимаю. Так, это у меня электроприборы. Я вообще не понимаю на самом деле, что... внизу надо починить. Вижу. А почему? Что меня убило? Я так понимаю, мне тут вообще лучше самому ничего не делать, дать просто команде разобраться, потому что они хоть что-то шарят, потому что происходит. Внимание. Да, вон чувак там что-то делает. Мы уже, по-моему, полностью затонули. Я не пойму, что меня убивает. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Воу-воу-воу, это что за... А, это он чинит. То есть в туториале были там, например, почини вот это, сделай вот этот насос, ну, типа, чтобы он откачал воду, там все было... А, дверь, это, видимо, наружу, которая идет. This is fine, вылезла ачивка. Все в порядке, это, видимо, что у меня корабль сейчас полностью уже затонет, и такие, все в порядке, все хорошо. Ой, вот тоже разорвало. Видимо, мы погружаемся на глубину, и нас разрывает давлением, насколько я понимаю. Ну или что-то еще происходит. Я не понимаю, почему мои члены экипажа... Ну-ка. Да, высокое давление, видите? Угу. Травма от удара тупым предметом. О, к нам... Оп-оп-оп-оп-оп. К нам проникло какое-то говно. Погодите. Это через пробоины они попадают? Или как это все происходит? Ёлки-палки. Ну-ка, чуть. Если я сейчас просто переключусь, я же им буду управлять. Я не хочу им управлять, потому что я же ничего не починю. Нет, ну типа вот ремонт. Нас инструментами найдите указатель мыши. Да, это я могу починить, это я понимаю. Правда, ремонт под водой происходит гораздо дольше, чем в надводном состоянии. Это я тоже могу понять. Толку с того, что я это починю, я особо не вижу, потому что, скорее всего, у меня... пробоины в корпусе, которые нужно было залатывать. А я сейчас занимаюсь починкой какой-то мелочи. Ну, как таковое... Ладно. Кабельная коробка. То есть, все это чинить мне сейчас бесполезно. У него... А, у него скафандр, кстати. На тех ребятах были маски. Вот. А у него скафандр. Поэтому, скорее всего, скафандр у нас сопротивляется большому подводному давлению. А тех двоих разорвало, потому что они просто не смогли выдерживать это давление.
Не, эта карточка проигранная, я просто хотел посмотреть, насколько все плохо будет. Это нужно прям очень-очень шарить, что тут происходит. Ну, типа, это чинить можно бесконечно, да? Потому что оно будет постоянно выходить из строя из-за того, что мы находимся под водой. У меня сейчас просто закончится кислородный баллон. И все будет хорошо. Ого, какая россыпь всего появилась просто сейчас. Так, питание. Оу, тут какая-то фигня, смотри. Меня кусают. Сейчас ремонтировать что-то бесполезно, надо попробовать. А, она меня сожрет. Дверь закрой. Все, дверь закрыли. Они же двери открывать не умеют, не умеют, по идее. Вон у меня мелькает уже, что сейчас закончится баллон. Так что весь этот ремонт, он, в принципе, до одного места. Ну, что я могу сказать? Ощущение от игрушки, она очень клаустрофобная, очень такая темная, очень напряжная. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Я же говорю, у меня вот ассоциации немножечко с Silent Hunter, но там был такой режим, например, что можно было полностью реализм, и ты находишься только внутри подлодки и ориентируешься только по звукам и только по этому. А было... Пустяки. Держитесь, нам это по плечу. Конечно, по плечу. Вот, ты сейчас задохнешься, а так все нормально, в принципе. Так, это мне нужно сварочный аппарат. Нет, тут сварочного аппарата ничего не сделаешь. Стеллаж для ящиков. А, вот это у нас пробоина в корпусе? Я за лодкой! Офигеть! Недостаточно... Ну да, да-да-да-да-да. То есть выходить за пределы лодки можно только в скафандре, это я знаю. Но, оп! Еще одна тварина, или это другая, это или та же самая, просто она по-другому прошла. Эта дверь. Короче, да. Этот экипаж у меня умер довольно быстро, довольно бесславно. Я не понял, в чем фишка активного пассивного радара. Разве пассивный радар не должен был мне сообщать о приближении к скале и всякое такое? Вот. К тому же, я немножко не понял, как здесь пользоваться оружием и от кого отбиваться. Это нужно в эту игрушку сесть, влить часов 30-40, чтобы понимать нормально, что здесь происходит, а только потом ты, скорее всего, начнешь затаскивать. Оценки на эту игрушку очень хорошие. Я вам больше скажу, несмотря на то, что я ничего не понял, мне тоже понравилось. Но выйдет она, скорее всего, именно в виде посмотряшки. Если, ну, в смысле, сдаться, конечно, сдаться, а что мне осталось, у меня нет ни корабля, ничего. Если вдруг вам понравится, как это все происходит, вы мне скажите. И так, смерть от зубов, погибает под тяжестью чего-то там, но это, видимо, разорвало, выход. Скажите мне, если вы хотите вот в эту сторону двигаться, я тогда посижу, вложу немножко своего времени в анализирование ситуации, как это все делается, как это все играется. Потому что, опять же, это первый взгляд, я сегодня в первый раз ее включил. Если мы будем в это дальше играть, то я посижу, немножечко научусь, попробую, как это все делается. Если вам не понравилось, пожалуйста, ваше право, просто напишите мне в комментах, что вы думаете. На этом тогда будем серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.